несколько лет назад правительство России приступило к реализации программы мегагрантов, направленных на развитие науки в высших учебных заведениях страны. Университеты Петербурга выиграли порядка 20 таких мегагрантов и сегодня готовы отчитаться о проделанной работе. Доброе утро! На Первом канале включение из северной столицы. Программа мегагрантов реализуется с 2010 года. В ее рамках на развитие вузов уже потрачено более 20 миллиардов рублей. Деньги выделяются, но с условием, если за развитие той или иной лаборатории берется ученый с мировым именем. Сегодня в Санкт-Петербурге собрался практически весь цвет мировой науки, как науки фундаментальной, так и прикладной. В рамках реализуемого проекта по лабораториям в рамках программы мегагрантов. Так в Политехническом университете появилась лаборатория молекулярной нейродегенерации. Ее возглавил профессор Техасского университета, некогда выпускник Ленинградского политеха Илья Борисович Беспрозванный. Основная задача у этой лаборатории – поиск лечения для нейродегенеративных заболеваний, самым известным из которых, пожалуй, является болезнь Альцгеймера. За неполные 2 года деятельности здесь была создана не только инфраструктура для исследований, но и решен кадровый вопрос. У нас логически построена цепочка. Привлечены те молодые, хорошие специалисты, которые захотели, поработав за рубежом, остаться в России и здесь свои применить знания. Это был у нас набор научных сотрудников. Теперь они все являются преподавателями. Еще одно подразделение Политехнического университета – научно-исследовательский комплекс «Нанобиотехнологии» был создан задолго до получения мегагранта. Но благодаря федеральной программе здесь существенно расширился спектр уникального оборудования для исследований. С точки зрения окупаемости, это не про нас. То есть мы не те, кто приносит вот прибыль прямо сейчас. Это, так сказать, отсроченная прибыль, которая будет получена когда-то в результате того, что эти исследования приведут к возможности создания чего-то новенького, полезного, что улучшит качество жизни людей. Теперь уже в политех приезжают гости из-за рубежа, чтобы провести тот или иной эксперимент. Неудивительно, что и студенты стали проявлять больший интерес к науке. Алексей Ведяйкин – аспирант. Работает на лазерном пинцете, который позволяет проверить на прочность молекулу и отследить ее перемещение внутри живой клетки. Признаюсь, когда я поступал в политех, у меня не было мысли заниматься наукой. У меня специальность инженерная. Вот, однако, когда я пришел в эту лабораторию проходить НИР, вот, научно-исследовательскую работу, мне стало очень интересно, и меня увлекла наука. Поэтому, конечно, теперь у меня нет вопросов по поводу того, чем я буду дальше заниматься. Если в Политехническом университете делают упор на фундаментальных исследованиях, то в Университете информационных технологий, механики и оптики мегагрант выиграли лаборатории прикладного характера. Институт наукоемких компьютерных технологий в рамках реализации программы разработал методики и алгоритмы, которые лежат в основе системы предотвращения наводнений в Петербурге. А вот эта лаборатория – метаматериалов. Главная задача студентов и ученых здесь – работающих, создать материал со свойствами, которых еще нет в природе. Мы не занимаемся наукой ради науки. Нами движет фактически конкретные применения. Например, магниторезонансная томография, есть проблема с получением эффективного сигнала из тела, чтобы сканировать тело быстрее. Мы делаем такой метаматериал, который экстрагирует полезный сигнал быстрее, и фактически мы можем производить сканирование на 2 или 3 раза быстрее, чем в стандартном томографе. Мы смогли показать лишь часть лаборатории и проектов, которые появились в вузах северной столицы благодаря программе мегагрантов. Каждый такой проект дает существенный толчок к развитию науки в отдельно взятом университете и выводит его на уровень международного диалога. Кстати, 3 петербургских вуза – Политех, ИТМО и ЛЭТИ – также стали участниками программы 5-100, согласно которой они получат субсидии государства с тем, чтобы к 2020 году войти в число 100 лучших университетов планеты. Если повышается научная капитализация, действительно научная капитализация в данных случаях лабораторий, а тогда и конкретных университетов, она повышается, то тогда и репутация университета, и, будем называть, и рейтинг университета, он становится заметным не только у нас в России, но становится в мире. Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Владимир Пивнев и Валентина Говорушкина. Первый канал, Петербург.